нож с клинком по типу Sanmai. Центральная часть из стали ХВГ, обкладки из нержавеющей стали 40К13. Клинок длиной 120 мм, шириной 24 мм, толщина в обухе 4 мм. Больстер из нержавеющей стали, проставка из искусственного рога белого цвета и основная часть рукояти из ореха. Рукоять пропитана тиковым маслом. Простой, ухватистый, работяжка. Ну и ножны из черно-сидельной кожи с полусвободным подвесом.